кто что делает, рассказывайте. Дописать надо было там сценарий. И дописываю, блин. Я и сценарист, я и режиссер. Все в комбо. Русланчик, привет. Как дела? Ты правда была в отношениях с Лешей? Правда. Правда. Ой, не то нажала. Мы с ним как бы общаемся. И как бы периодически, конечно, не всегда. Но если я как бы приду на проект, то как бы планировалось, что к нему. Обратно. Ну, там учат какие-то темы, я смотрю. Это, конечно, прикольно. Что он там делает, что он там творит. Пропустил момент, а почему ушла оттуда. За день до голосования я сказала, что можете голосовать против меня, потому что я ухожу с проекта. Я ушла по причине того, что пришло, извиняюсь. Так, я ушла по причине того, что у меня модельное агентство работы. Я не могу здесь все оставить. Я туда приехала на каникулы новогодние, поэтому я могла приехать, немножко посниматься там, стать участницей. Вот. Пропустил момент, да, говоришь? То есть пропустил мужчина. Просто у меня больше аудитория женская, которая смотрела «Дом 2». Мужчин мало. Мужчины тоже, да, смотрят. Интересно вообще. Но все-таки, наверное, женщин больше, кто смотрит «Дом 2». Яна, которая должна писать сценарий, такая чисто чилю с вами. Завтра уже мероприятие, у нас модельный показ. Эдик, приветики. Я сижу в офисе. Представляете? Я сижу в офисе. И я пишу сценарий. Вообще. Дианочка, здравствуйте еще раз. Есть высшее образование, считаешь ли его нужным? Я вам больше скажу. Я закончила 9 классов, училась 1 год на юридическом факультете, ушла, перешла на режиссуру. Я училась на режиссера немножечко и ушла тоже. В итоге восстановилась, у меня сейчас последний курс, который я так и не закончила. Так что, как бы, это среднее образование, причем у меня. Я просто после 9-го ушла. И, знаете, хочу сказать то, что я поняла для себя, что, ну, не только образование решает. Конечно, в какой-то степени, да, но не только. Оно может решить какие-то твои моменты, проблемы в работе и прочее. Чаще всего важны связи и насколько ты интересный человек. Но опять же, чего ты хочешь достичь? В какой сфере? Если медицина, то, конечно, нужно высшее образование медицинское. Ты там всю ночь будешь сидеть? Нет. Я попишу. Извиняюсь. И я попишу и поеду домой. А ролик, да, который ты выставил,
Главное, я ответила молча тебе на вопрос. Да, мне понравился ролик. Классный такой, знаешь, и посты хорошие. То, что ты написал, очень душевно и правильно вообще все прям. Так и нужно придерживаться этого чего-то прекрасного. А вы там что делаете? Рассказывайте. Так. Спасибо. Скриньте, скриньте. Потом мне пришлете. Что же, не пойму, что за фигня? Всем привет, всем привет. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня вы попали на мой канал. Извините, пожалуйста, у меня уже крыша едет немножечко. Я пишу сценарий, кстати говоря. Где все люди? Я не пойму, все уже отдыхают, спят. Только что были, поуходили. Что делаете? Рассказывайте. Так вы не ответили в отношениях. Я в отношениях. А вы в отношениях? Так. Хорошо знаешь английский? Конечно, конечно, раньше, кстати говоря, я в идеале знала английский язык. Я ходила в английскую школу к маминой подруге. Она очень профессионал своего дела. Но в итоге так получилось, то что я перестала ходить и позабыла все, как и другие языки. Это ж надо постоянно учиться этому, а я так немножко. Сама собой расскажешь? А с кем ты? Я, если что, сама собой не разговариваю, не подумайте. Я разговариваю с своими зрителями. Уже записала? Нет ж. Я ж хочу этот совета спросить. Думаю, кто ко мне зашел, это Сашка Дьякона. Сашуля, привет. Я вот сижу, сценарий пишу, никто мне не помогает вообще. Угу. Приходится самой. А мандарин есть? Можно мне тоже? Бери. Не скучаешь по школьным временам? Я скучаю, конечно же. Это мне случайно не пишут мои одноклассники бывшие. Шутка. Шутка. Да. Нет, я вообще не любила школу. Честное слово. В конце 9 класса у меня вообще много троек даже было в итоге, потому что я не училась совершенно. Мне было неинтересно это. Я занималась более такими интересными вещами в жизни. Продвижение для меня всегда было какое-то развитие. Вот, кружки, дополнительные занятия по актерскому мастерству и многое другое. Школу я не любила. Что в плане людей, что в плане вообще учебы. Так красиво здесь. Сашуля, спасибо. Ты все о народе, о стране думаешь. Да, продвигаю. У меня уже глаза даже вот так вот соединяются просто. А лучше бы соединялись наши сердца. Ой.
Случайно. Я не сейчас. Так, когда забыла, что ты в эфире, да, такая, покажу себе, какая я настоящая. А ты что делаешь, Саш? Рассказывайте мне что-нибудь, я распишу и с вами буду диалог читать. А в каком городе живешь? Город Ставрополь. Ставрополь. Красиво всегда говоришь. Да, конечно. Скажи про съемки в кино. Блин, да это было в детстве и забыто, так скажем. Сосредоточено. В любом случае, конечно, какие-то моменты запоминающие, был и хороший опыт. Даже несмотря на то, что мне уже 21 год, я очень хорошо помню этот съемочный процесс, это классно. Как воспоминания из детства, что я уже с детства что-то делала в жизни, это очень круто, перфект. Я отработал и еду за тобой с ковром. Ты меня украсть хочешь? Джигит. Это причина веская, слышишь? Ты что такая дерзкая? А? Как ты попала на съемки такого крупного фильма? Какого крупного фильма? Ты стебешься, что ли? Не пойму. След, что ли? Или братаны? Если мне пишут одноклассники мои бывшие, то, блин. Вы же понимаете, что время сейчас другое. Мы уже выросли. У меня просто было такое, что мои одноклассники, типа... Я помню, когда я училась, я говорю, ой, звезда, типа, что ты себя там строишь, все дела. Но сейчас-то мы уже выросли, все взрослые должны, как бы, должен быть, чтобы понимать, что мы разные люди совершенно, когда мы были маленькие, когда взрослые. Ну, кто-то, может быть, там еще живет в прошлом, еще не вырос. Вступление модели. Хорошо выглядишь для 21-го. Спасибо, Саня, спасибо. Так. А почему с фейка пишете? Это мне интересно просто. Я не понимаю, когда люди с фейка пишут. Как-то для меня это странно. Я просто никогда не пишу. А? Ты написала бы. Да, блин. Смотри. Выступление послезавтра. Блин, глаз зачесался. На этом еще. Дальше. Сидит. Выступление танцы. Два номера. Показ, мод. Два номера сразу они танцуют? Да, сразу танцуют и пускай выйдут. А ты узнала? В смысле узнала? Нормально, им там не надо переодеваться. Им не надо переодеваться, нет. Сразу два номера танца? Да. А нельзя это чередовать? Да ладно, ну это опять очень много, блин. Одно и то же. Говорить. Это красиво, если это можно, тогда. Короче. Говорю, как делаю, так и делаю, правильно. Пока смотрим от модельного агентства, я анжирую вашему представлению пальто и шубы. И все, выступление модели, второй показ, понятно? После шуб что добавить? Сережу? Это после уже второго показа? Да. Да. Как его представлять? Откуда знаю? Как его представлять-то? Откуда знаю?